Кремле оценили идею сенаторов расспросить Цукерберга о русофобии. Кремль не имеет в повестке дня вопроса о приглашении основателя Facebook Марка Цукерберга в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 30 мая. Я не знаю, чем аргументирована эта инициатива Совета Федерации. Наверное, лучше обратиться туда за разъяснениями, сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживает ли Кремль идею позвать на заседание Верхней палаты парламента Цукерберга. Ранее спикер Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации может задать основателю Facebook вопросы о его русофобских высказываниях, если он примет приглашение российских сенаторов. Нам надо встречаться и с русофобами, и выслушивать другую точку зрения. Цукерберг выступал и в Конгрессе США, где ему шестичасовой допрос устроили, и в Европарламенте. И мы можем его спрашивать, в том числе задать ему вопросы по его русофобским высказываниям, цитирует Матвиенко агентство. В апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на все интересующие вопросы сенаторов после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook. 7 сентября сообщалось, что корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентской кампании в США. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.